Такая музычка умиротворенная играет. Всем привет, народ, пока идет загрузка. Я очень рад вас всех здесь видеть, что вы ко мне пришли на мой канал. В очередной раз это «Провинция», третья серия. Очень давно меня не было здесь, и сейчас самое время ворваться, так сказать, заново сюда. Ну как заново, я буду продолжать, так сказать, свой путь. Но тем не менее, очень долго не было роликов. Был огромный перерыв в 10 дней, сейчас вы видите, что ролики выходят каждый день. Пожалуйста, лайк за это. И сегодня будем чем-то заниматься опять. Вышло огромнейшее обновление, будем чекать. 4-й сервер, кстати. Ну и, соответственно, ссылочки на промокод и прочее есть в описании. Итак, ну что же, я зашел на сервачок, и, собственно говоря, у меня слетела хата, но, по крайней мере, мне вернулись все мои денежки. Я очень давно не заходил сюда прямо конкретно, то есть, смотрите, я переехал сюда 26 числа, то есть в этот самый, в Калининград, и все это время я не заходил сюда. Для начала я бы купил опять себе хату. Вот, я так понимаю, машины у меня, к сожалению, уже нету. Потому что черт его знает, где она есть, ну-ка, респаун. Я вижу, что наконец-таки здесь адекватно теперь вот это все дело выглядит. То есть раньше все было как-то темно, сейчас более-менее адекватно. Братанчик, братанчик! Мой транспорт. А, ну следующая остановочка, я там выйду, наверное, да и все, что, какие вопросы. Вышла демо-версия провинции. То есть раньше была бета, сейчас уже демо-версия. Очень много они поменяли. В принципе, вы их можете все прочитать по ссылочке в описании. Вон банк мой родименький, родной, я уже почти что до него добежал, там, как обычно, люди собрались, там, еще что-то. Хотя, с другой стороны, я могу и вот здесь вот во дворах посмотреть квартирку. Не думаю, что есть смысл уже там покупать, я здесь даже не смотрел, типа, квартирки. 67 человек, ребята, всем, всех опять же приветствую. Ребят, вы всегда можете написать мой промокод Claims. Если вы будете покупать не самый дорогой транспорт, то, соответственно, вы можете использовать мой промокод, он дает вам определенную скидку. Сколько конкретно процентов, я, к сожалению, не помню. Смотрите, 460 тысяч есть квартирка. У меня вроде бы была такая же, если я не ошибаюсь. То есть двушка такая хорошенькая, еще и с кухней, со всеми вот этими вот штучками. Неплохо. Но мне нужны еще деньги для того, чтобы сюда зайти. Окей, значит, я сейчас побегу. Для начала до своей тачки. Я очень надеюсь, что она стоит еще на месте. Так, по-моему, вот этот вот дворик. Не понял. А, я подумал, он уже на моей поехал. Посмотрим по карте, где я нахожусь. Мне, по идее, нужно в обратную сторону ехать. Ну что, доедем до банка. Сейчас я все там сниму, что нужно. Парковочку сделали. Вроде бы раньше не было парковочки. Забавно. О, Тесла! Ну-ка, сейчас так вот. Опа. О, ребята, Тесла number one. Тупо, здравствуйте. Ничего себе, какая плюмбочка. Ля какая. Еще и красного цвета. Ё-моё. Почти что как Хаку Варпачаки Рюхи. Ля какая плюмбочка. Ё-моё. Да ладно. Подсветился? Добрый день. Здравствуйте. Пойдем. Здравствуйте. А вы меня знаете? А откуда вы меня знаете? Здравствуйте. Да, знаю. Наш человек вас приглашал в наш, так сказать. Ну, а, понял. Добрый вечер. Да-да-да, Артемий, помните такого. Я понял. Ну, я, видите, я получается, уезжал. Вот, и что-то не было возможности. Я тут живу всего лишь 3 года. Еще бы вот два годика бы пожить здесь, и было бы вообще классно. Рановато пока что, вот что-то я думаю. Да, как вам наша перестроечка глобальная? Почему такой городок обновился? Ну и я очень рад, что здесь парковочку адекватную сделали, прочее. И я еще не осматривал полностью город, но мне уже нравится, в принципе, вот, что здесь происходит. Приобрели уже номерок или еще не успели? Что еще раз? Телефончик там. А, или нет, телефончик нет, успели? Кстати, нет еще, кстати. Это вот здесь, да? О, давайте. Точно, появились мобильные телефоны. Вот здесь вот можно купить. Сколько стоит, интересно? Так, а что-то... А, во. 25 тысяч! 978, ну окей. Так, сейчас я хоть посмотрю на него, а то я так взял, не глядя. Вы сейчас видите мой номер телефона, лучше... Ой, не... продиктуй номер. Для того, чтобы была вот какая-либо связь, вы заходите в банк и пополняете счет твоего мобильника на 1000 рублей. То есть номер телефона, как в реальной жизни. Ну, в смысле, у меня не такой же номер телефона, конечно, но его формат такой же, то есть количество циферок, прочее, то есть... О, кто-то звонит. Показать контор. Здравствуйте. Вот. Ну-ка, сейчас я подальше отойду как-то. Нормально. Это... Нравится. Ну, наконец-таки здесь да, сеть ловит. Любой... Вышечки поставили, теперь любой... все прекрасно. Да, с любой точки провинции спокойно можете разговаривать. А можете на этом? На Тесле? Давайте, да? Прикольно, почему нет? Ну, поехали, кто-то наш. Фига, меня сейчас на тесте прокатят. Меня узнали, на тесте прокатят. Все.
Tesla Model S к PSVR. А, это Model S. В уши, я думаю, не бить Tesla. Потом Илон Маск ударит. Олег, вот, ребят, если вы знаете, как поставить ENB сюда, я, конечно, еще, может быть, постараюсь связаться с админами как-то, кто шарит тоже. Если вы знаете, как поставить сюда ENB, пожалуйста, напишите в комментариях. Я очень хочу поставить ENB. Подгоню. Ну, блин, хорошо, все-таки приветствие вообще прям великолепно. 100 тысяч придется снять. Так, дальше ЖКХ, налоги, мобильная связь. Вот, пополнение телефона на 1000 рублей. Я вот думаю, где, давайте, где квартирку взять? Квартирку, вон, квартирку. Ну давай, да, недорогую. А почему Волчанский, почему там? Волчанский дорогие есть. Ну, в смысле, красивый город, перестройка. Там район классный. Так а чё не в этом городе? Или он не, не супер здесь? Волчанский, это пригород этого. А, я понял. Слева станция метро Казанская, АТП. Это да, я где-то учился даже здесь. Да, метрополитена. Угу. Прямо вот. А, вот вижу, да. Тут он почему-то... Ну что, подкрыл, подчеркнуть максималочку Теслу? Конечно, конечно, надо, да, надо давай, проверить. Давай, полетели. Что, она такая бесшумная, типа, серьезно. На самом деле, я когда катался на Тесле в Варпа... А, я не буду говорить свои ощущения. Ой-ой-ой, полетели, ребята, нормально все. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я лучше пристегнусь, наверное, да? На Б нажму, так сказать. Так, не надо, петь. 30. Вот, 360 есть. Что повыше? 302. Нет, это уже... Ну, такая, знаете, в принципе... Ну, халупочка такая. Небольшая. О, хотя... О, нифига, тут телек. Блин, тут телевизор... Больше, чем вся квартира, наверное. Прямо возле дома, машину ставили. Дверки я пока что закрою. Хотя, не ребята, вам, я, так сказать, открою дверки. Дорожки, а? Дорожки. Да, они все около миллиона стоят. Дороговато, дороговато. Ну, сядем в Теслочку. Но это Model S. Я бы вот хотел в Тесле Model 3 еще посидеть. Они, кстати, похожи, это, в принципе, немножечко. Ну что, по крайней мере, я обратно выкупил себе, собственно говоря, вот это вот дело. И сейчас меня нашли ребята из мафии. И вполне возможно, что в следующей серии я к нему вступил, но для этого мне нужен уровень. Наверное, придется задонить денежек или же где-то поработать. Но я, скорее всего, так, посмотрим. Павел, посмотрим. Сейчас нужно проехать. Так, и что сейчас будет? Они зачем-то меня сюда привезли. Смотрите, у нас с ним одна одежда, братки. Так, что там, еще одна Тесла стоит? Сейчас надо понять. Последнее место посещения. Павел, ну так, адекватненько, более-менее, почему нет? В качестве первых автомобилей, так сказать, это набраться опыта. Конечно, от боевой классика, ну как бы... Нормально, нормально, все конечно. Бывает, да, сколько. Смотрите, кстати, у них нету номеров, как у Кирюхи на Model 3. Да и сядьте, вернитесь. Что происходит? Мне вот это вот интересно, что-то куда-то побежал, какой-то движ Париж происходит, непонятно, еще что-то. А, мы уже здесь? Так, смотрите, какие машины есть. Вот смотрите, Мерседес, да. Ну, конечно, кайфовенькие это машиночки, были бы еще деньги. Конечно, но иногда, блин, цены такие, блин, честно, загибают. Ну, а что поделаешь? Ничего и не поделать особо. Так, сейчас я потом последнее место там и боевого снова. Я как бы главным врачом. Ух, что-то прямо он разгоняется очень конкретно. Чересчур даже. Это сколько? Ну, 250 с лишним точно была скорость. Нам, конечно, хорошо. Это вот этот автомобиль, который стоит слева. Это, короче, вам подарок от нас. Подождите, вот... Это все автомобили, на них не знаю. Вы хотите мне ее подарить, что ли? А как? Давайте, конечно, без проблем. Мне везде дарят машины. Это нормально, подписчики. Все хорошо у вас. Нормально, да? Ну, пообсуждали денек. Взял ключи в руку. Чего сейчас он ее, типа, ключи в руке? Я так понимаю, он их мне хочет передать или... Ой-ой-ой. За сколько? За 0 рублей! С ума сойти. Да, конечно. Все, да, все прекрасно, все прекрасно. Ух ты, ля, какая плюмбочка, ёпс туды. Ну вот это вам от нас, да.
запомните наши имена. Конечно, блин, но ребята, спасибо. Наши имена есть у вас в этом телефонном. Не все, не все, кстати, не все номера есть на самом деле. Евгений Молотков и еще один человек, вот этот вот, это походу, если надо будет, обращайтесь, Дмитрий Афуфьев. Афуфьев. Не выходил сначала из дома очень приличное количество времени. И сейчас я вышел из дома, и тут вот. Это самое, ну, подгончик. Бывает, так, да. Сейчас я ему отвечу. Ага, как раз. Так я вообще на самом деле с ума чуть... Ну-ка, надо хоть ее протестировать. Ребят, вот на этом я заканчиваю данную серию. С вами был Паша Клейнс. И мне сегодня Олег Измайловский, Евгений Молотков и Дмитрий Афуфьев, если я правильно произнес фамилию, конечно, сделали царский подгонщик. Вот такая вот лада. Номера ARM007. Это что-то вообще из ряда вон выходящее. Я если честно, не знаю, что они обозначают, эти номера. Но я рад, что ребята реально все это дело сделали. Это супер. Супер, классно. Ну и, собственно говоря, всем спасибо, что смотрели, ребята. Вся необходимая информация есть в описании. Всем пока, F9. Ну, люблю, уважаю, так сказать. Какие вопросы? Все.